Полоцк стал первым городом, который посетил новый глава Витебской области Александр Субботин. В ходе рабочего визита стороны обсудили реализацию комплекса мер по развитию Полоцкого района до 2025 года. Также Александр Субботин посетил Спасо-Ефросиньевский монастырь и Полоцкий коллегиум. 21 и 22 декабря выездные приемы граждан с 17.30 до 18.30 проведет руководство Новополоцка. 21 декабря в ЖЭСе номер 5 будет принимать глава города Дмитрий Демидов. Предварительная запись осуществляется по телефону 510136. В ПЦР-лаборатории Полоцкой горбольницы введен в строй новый амплификатор нуклеиновых кислот в реальном времени. Аппарат выполняет ПЦР-исследования на наличие инфекции COVID-19, а также других заболеваний. Это уже второй подобный аппарат в учреждении здравоохранения. В Полоцком госуниверситете прошел фестиваль педагогических специальностей. В нем поучаствовало более 200 старшеклассников со всей Витебской области, которые планируют поступать по этому профилю. В вузе рассказали, по каким специальностям готовят будущих педагогов.